Так, а мы с вами сегодня попробуем еще одну серву разобрать и посмотреть, что у нее на плате. Это серва с Рэма Хобби. Я ее смотрю, герметил, но герметил, наверное, только силиконом. Сейчас разберем, посмотрим. Снимал вроде рабочую, а понадобилась серва, и что-то она у меня не сработала. Посмотрим, что сейчас тут творится. Так, ну да, какие-то окислы тут есть. Похоже, что вода сюда попала. И похоже то, что я ее не герметил совсем, к сожалению. Да, а вода попала. Так, ну смотрим, достаем плату. Она не достается. О, как. О, как. Ну тут, блин, не пахнет горелкой-то. Кондер не взорвался. Все чистенько. Единственное, что вот отсюда вот какая-то вот белая хрень. Похоже, что крутнуло. Но все микросхемки хорошие. Выдергиваем шпунек, чтобы серва крутилась по кругу. О, вот такой шпунек. Он нам больше не понадобится. Все. Крутится, вертится. Да? Так. Ну все, разобрали, значит, мы. Пенек вытащили. Серва крутится туда-сюда. Ну что, народ, припаяли мы провода вот сюда. С этой стороны, ну, сделали бабышечки для проверки. Все, в принципе, здесь у нас все крутится уже, все работает. Вроде как. Сейчас мы достанем модель рабочую, на которой у нас уже стоит лебедка. Вот только такая вот копийная. Так, мы ее, значит, здесь отключим. Так, мы ее отключаем. И на ее место подключаем нашу. Так, раз. Два. Так, все, лебедка здесь. Включаем аппаратуру. Включаем модель. Так. Все, сработало, да? Ну и пробуем. Так, чтобы было повиднее. Заматываем. Ага. Во. Все. И разматываем. На размотку практически скорости нет. Разница там по максимуму. А на закрутку с минимальных оборотов до максимума. Ну все, в принципе, здесь у нас работает. Так, модель нам больше не нужна. Это мы все отключаем. Подключаем все как было, штатную. Так, все подключили. Аккумуляторы отключили, сняли. Лебедочный аккумулятор я не трогаю, он почти не работает. Находится в тепле. Так, все, модель убрали. Все, так, дальше. Теперь мы будем, значит, смотреть, как у нас тут закрывается дно. Будем это все дело
будет собирать. И будем, наверное, ставить пока что сюда двойные колесики, чтобы наматывать тросик. Вот, потому что с выпилом сюда у меня нет никакого вала поставить. Вот, пока нет вала, значит, поставим шестереночки вот сюда. Так, ну что, разворачиваем. Ну и скручиваем. Чуть-чуть сначала наживем. Герметить теперь ее не обязательно, потому что, в принципе, коллекторный мотор, я думаю, что ему ничего не будет. Электроники больше там никакой нет. Все, плюс-минус, серво готово. Так, ну что, приступим. Одеваем колесико. До конца. Вот второе. Берем болтик. Отверточку. От сервочек берем две круглые качалки. Ну, этих видео уже тьма тьмущая. Как говорится, Америку мы не открываем. Просто пробуем это все делать для себя. Тросика много сюда, наверное, не намотается. Ну все. Готово. Вот такая вот серволебедочка у нас получилась. Я надеюсь, на днях мы ее затестим. Все, пока.